Всем огромный привет! Сегодня у нас видео покупочки из Фикспрайса. Я вам покажу, что я купила для себя в Фикспрайсе. Для себя, для Юры, для ведения хозяйства. Я купила носочки Юре. Эти вот позавчера купила, поэтому ценники убрала. Мне понравились. И вот сегодня опять докупила еще две пары. И такие вот носочки купила. Купила варежки, уже протестировала варежки. Варежки мне понравились. Смотрите, какие симпатичные. Как раз под мой пуховичок, который мне подарила дочь в прошлом году на день рождения. Я сегодня купила себе колготочки. Может, кто-то уже пользовался и знает что-то о них, напишите. Я их еще не тестировала. Может быть, мне тоже понравится. Я посмотрела. В принципе, это недорого. 199 рублей. Попробую. Может, мне тоже понравится. Что я еще купила? Я купила себе дуршлаг. Я его уже помыла. Он водой замочила. Вот такое сито. Сито-дуршлаг. Мне очень понравилось. Я его уже протестировала. Я уже снимала видео на канале Юрия и Ларисы Ивановой. Как я тестировала вот эти формочки для салатиков. Тоже купила в Фикспрайсе. Теперь я купила себе раздвижную форму для бисквита за 199 рублей. Мне понравилось. Буду ее тоже тестировать. Теперь вот такие вот набор бутылок с дозатором для соуса. Две штучки. Небольшие, конечно. Не, точно не помню. По-моему, 51 или 55 рублей. Ну, попробую что-нибудь. Вот, например, можно какой-то соус приготовить, салатик готовить. И послойно, чтобы не промазывать ложкой, а, например, сеточку делать из майонеза или соуса какого-то. Мы купили вот такие щебекинские сушки. Посмотрели, состав очень даже неплохой. Вот такие сушки. Что-то совсем недорого стоит. Купили себе два батончика полакомиться. Давно-давно не брала конфеты «Марсианка». Решила побаловать себя. Я совсем забыла, что я купила себе щипчики. Вот такие вот кухонные для салатиков или спагетти класть. В общем, сколько прослужит. Так, что я купила? Я купила спагетти двух видов. Они как макароны и спагетти. Мне очень нравится эта марка «Барилла». Мы их там в Америке тоже покупали, такой марки. Мне очень нравились. Вот такие вот, вот такую вермишельку я не покупала. Купила первый раз. Какой-нибудь куриный супчик буду готовить. Попробую приготовить. Купила вот такой пепси. Это у меня будет скоро именины, день рождения. И мы будем праздновать. Теперь я купила себе корзиночку подвесную. Давно хотела. И все никак не решалась. Думала, мне не подойдет на дверке. И вообще на дверке не хотела ничего вешать. Но Юра мне сказал, что если что, он мне ее отрежет и повешает на крючочке. Ну, в общем, очень даже неплохой вариант. Для моющих. Можно моющие какие-то ставить. Купила туалетную бумагу трехслойную. Купила вот такие вот салфеточки для стола новогоднего. Мне очень понравились. Такие беленькие, со звездочкой. В общем, очень симпатичные. Купила также пемолюкс. А, кстати, Юра уже на велосипед примерил. У него велосипед в доме стоит. Купил себе вот такой вот фонарик. Тоже не знаю, сколько стоит, но для велосипеда. Покажу вам, что я купила из декора. Из новогоднего декора я купила вот такую вот елочку. Она светится. Уже открыла. Включила. Вот, смотрите, какая симпатичная. Даже можно поставить на стол. Купила вот такой фонарик. Он тоже светится. Так, сейчас мы его включим. Смотрите, какие лампочки-звездочки. В общем, очень симпатичный. Мне понравился. Купила вот такие вот девочка. Вообще говорят, что их несколько видов, но я увидела только два.
Теперь я купила себе минажницу, елочку. Мне она очень понравилась, я давно ее хотела. Для новогоднего стола как раз. Купила себе вот такую гирлянду на батарейках с прищепками. Можно повешать фотографии своих внуков, своих родных. В общем, симпатичная гирляндочка. Две гирляндочки купила вот с такими домиками. Тоже мне очень понравилась. Она тоже на батарейке. Одна вот у меня еще закрыта. Вторую я открыла. Купила себе вот такой вот веночек. Тоже как для декорации на стол. Можно поставить свечку, включить. И купила вот таких вот совушек. Смотрите, какие они симпатичные, милые такие. Я купила их для веночка. Веночек у меня уже был. Я его покупала в прошлом, по-моему, или в позапрошлом году. Вот такая красота. Осталось только все убрать, нарядить. И будет у нас очень красивый Новый год. Ну, я хочу с вами со всеми попрощаться, пожелать всем самого-самого крепкого здоровья. Берегите себя и близких. Всем пока-пока, увидимся, до скорых встреч. Снимала видео про фикс-прайс, что я купила, покупочки свои и до сих пор не выставила, а коль не выставила, показываю, как я применила декор. Я же купила там еще елочку. Елочка такая, конечно, жиденькая, ну, вполне себе нормально, симпатично. Такие вот ангелочки, я их уже пристроила сюда. Три ангелочка у меня здесь стоит. Такая композиция. Ой, какие симпатяшки, я прям даже не знаю, куда их поставить. Вот такой фонарик тоже тут пристроила. Такие салфеточки купила, подкупила 6 штучек. Будут гости, и как раз за нашим новым столом, скорее всего, мы постелим такие салфетки. Вот, купила чайный домик. Но как-то вот, знаете, мне попался неудачный чайный домик. Он был весь запакован, и я не могла ни крышу снять с него, чтобы уложить пакетики, ни низ не снять, все было приклеено. Ну, сам чайный домик мне нравится, симпатичный, но придется вот теперь его подклеивать, дорабатывать. Ну, ничего страшного, я его уже тоже пристроила. Вот так вот я уже поставила свою минажницу, выложила сюда финики, сухофрукты, орешки. Юра тут уже поточил. Сегодня я была в фикс-прайсе, зашла, купила вот такие банановые чипсы и сушеную папайю. Не знаю, не пробовала, но попробую. Понравится, напишу, может быть, в комментариях. Так, что у меня тут уже все приготовлено, можно сказать, ко встрече Нового года. Видите, как все симпатично. А, сегодня еще я купила вот такой вот коврик для ванны. Открыла его, тоже, надо сказать, новенький, обновить надо, а то там у нас уже больше десятка лет, лет 15, наверное, лежит. Говорю, давай купим, 99 рублей, вроде бы недорого, бюджетненько, ну, на некоторое время новенький коврик. Вот так вот я все тут обустроила. Так что спешите, фикс-прайс, может, что-то полезное для себя купите. Открыла я папайю, такие вот цукаты, сейчас достану, покажу, смотрите, очень вкусные, мне понравились.